Великий и главный праздник страны – День Победы. Традиционно по всей России начинают с памятных торжеств. В Химках с самого утра возлагать цветы и венки. К мемориалам приходят тысячи жителей городского округа. Время идет, а люди помнят подвиг советских солдат, которые освободили родину от немецко-фашистских захватчиков. В тот огненный 1942 год Мария Никитична только родилась. Она бывший несовершеннолетний узник фашизма. То сложное время всегда вспоминает со слезами на глазах. Особенно, когда и поют военные песни, показывают военные фильмы. Я без слез никогда смотреть не могу. Мне и сейчас даже говорить об этом тяжело. Надежда Туманова, блокадница Ленинграда. Война застала ее в 3 года. Рассказывает, что день объявления победы в 45-м отчетливо и навсегда отпечатался в ее памяти. Ой, вдруг объявляют: победа, победа. Что было на нашей маленькой Тверской, это вам не передать. Был такой солнечный, теплый день, вот помню. Радости было, не было границ. Вот точно, абсолютно. Память павших воинов, которые ценой собственной жизни завоевали мирное небо, почтили минутой молчания. Ввысь устремились белые голуби. Волна памяти охватила все регионы страны. На торжественной церемонии глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с почетными гостями. Красные гвоздики и алые розы легли к подножию мемориала химчанам, отдавшим жизнь за родину в годы войны, а также обелиска, отстоявшим отчизну. К вечному огню возложили цветы общественники, трудовые коллективы, активисты партии «Единая Россия» и все неравнодушные жители. Символично, что в День Победы заложили капсулу в основании будущего мемориала. Монумент будет посвящен солдатам Великой Отечественной войны и бойцам специальной военной операции. Композиция памятного комплекса – это фигуры двух воинов разных эпох. Место для установки выбрано не случайно. Мемориал расположится на пересечении проспекта Мира и улицы Победы. Этот монумент – это связь двух поколений, поколений Победы Великой Отечественной войны и поколений тех, кто служит в специальной военной операции. Мы знаем, что сегодня наши бойцы берут пример с наших дедов. Я считаю, что это очень правильно и очень нужно. Сегодня история повторяется. В зоне специальной военной операции наследники Победы защищают интересы нашей могущественной и великой державы – России. Владимир Коннов – один из тех, кто отстаивает свободу и независимость нашей страны. Он совсем недавно вернулся из зоны спецоперации. Делится, что сегодня особенно важно рассказывать подрастающему поколению истинную историю страны. Преемственность поколений должна быть. Ну, считайте, вот мои деды воевали, да, сейчас, если взять моих детей, это уже их прадеды, вот, а у кого-то прапрадеды. Если мы им не будем рассказывать историю, если мы им не будем показывать то, что было раньше, забудется история. В каждой химкинской семье свой герой Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что традиционного шествия бессмертного полка в этом году не было, жители с портретами пришли на возложение к памятным мемориалам. Мои деды все со Смоленщины, все ушли на фронт прямо в первые дни, первые месяцы. Мы просто по-другому не представляем теперь этот праздник. Как только вот выйти со своими родственниками, прадедами, дедами, вот, вынести их, показать им, что их помнят, их любят, помнят их подвиг. Там. День Победы – это праздник со слезами на глазах. И несмотря на ветреную и местами пасмурную погоду возле памятных мемориалов в Химках тысячи жителей, для которых важно быть здесь, чтобы отдать дань памяти тем, кто сражался ради будущего, настоящего сегодня. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.